посылка AliExpress, которая была на 11.11 приобретена. И здесь у нас переходник USB Type-C на HDMI. И все. А должно быть два переходника. Ладно. Второй, наверное, будет идти отдельно. Ничего, подождем. Переходник нам нужен для того, чтобы соединить наш телефон через HDMI кабель на любой телевизор. Его характеристики впечатляющие, так как он способен передавать видео 4К. Довольно-таки толстый кабель Type-C. HDMI обычный, не микро. Ну что ж, посмотрим, проверим. Будем тестить. Пока вот такая вот распечаточка. Дошел быстро. Ссылки на него будут в описании.